Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мне задали вопрос в очередной раз о методике Розенцвейга. Значит, количество карточек. Их не 22, их не 23, их не 25, их не 26, их 24. Сейчас на своих экранах вы видите все эти карточки. Что самое интересное и очень-очень-очень хитрое, значит, размерность этих карточек. Возможно, для кого-то я открою этот секрет, для кого-то это не будет таковым являться. Размерность каждой карточки составляет строго 93 на 144 мм. Не больше и не меньше. 93 на 144 мм. 24 карточки. Методика, взрослый вариант Розенцвейга. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!